В Мозыре девушка решила срезать путь по озеру и провалилась под лед. На помощь пришел прохожий, сообщили в Гомельской областной организации «Освод». Инцидент случился вечером 4 декабря. 19-летняя учащаяся местного колледжа возвращалась в общежитие. Путь решила срезать по льду через озеро Бобровское. В какой-то момент лед треснул, и девушка провалилась. Ее крики о помощи услышал проходящий мимо 50-летний мужчина. Он помог девушке выбраться из воды, оказал первую помощь и вызвал скорую, которая забрала пострадавшую с диагнозом переохлаждения.